заскочили в Макдональдс на минутку. Здесь очень красиво внутри, и сейчас людей нет. Сегодня 19 мая 2023. Мы прибыли в торговый центр Парк Гейт Шоппинг. Он находится в городе Розерхам. Мы также зайдем здесь в Моррисонс. Это супермаркет. Okay. Это достаточно популярный магазин в Англии. Это K-Max. Здесь продаются скидками разные вещи, в том числе и некоторые брендовые. Но я здесь ничего еще пока не купила за все мое время пребывания в Англии. Здесь также и косметика, и сумки, и обувь, и нижнее белье. Ну, так как магазинов здесь много, то выбор огромный. Ну, в этом магазине, я же говорю, как бы, не знаю, еще пока не нашла ничего, что мне бы понравилось, чтобы я захотела купить. Примерно такие цены. К примеру, кофточка Adidas, это действительно Adidas, это не китайская. Вот, стоит 10 фунтов, потом вот Fila, здесь цена не указана, ну, может около 20 фунтов, здесь вот такие цены, по 20, там, по 12, то есть вот 10-20 фунтов, цены хорошие, и здесь именно такие знаменитых фирм, то есть сюда есть смысл заходить. Магазин H&M, это один из моих любимых. Здесь я часто нахожу себе что-то интересное. Также New Look мне тоже нравится. Цены здесь всегда хорошие. Например, такое платье 10 фунтов всего лишь. Мне нравится ткань, но вот такие вот дырки посередине платья мне не подходят. Вот. А так вообще ткань классная. Вообще хорошее качество в этих магазинах. Я даже когда в Украине была, я вот эти именно названия вот эти фирмы покупала одежду. Вообще здорово. Вот это тоже в моем стиле. 25 фунтов, но это без скидки. Приятные такие магазины, и цены приятные. Единственное, здесь мало ярких расцветок. И мне трудно найти то, чтобы мне подошло. Так, вот такой вот он-то маленький слишком. Такая цена. Ну, цена вот 12 фунтов. Такая рубашка 20 фунтов. $13. Но эти вещи новые, без скидок. Если со скидками, то гораздо дешевле. Такое вот 20. Да, цены 10-20 фунтов в таких магазинах, как H&M, New Look. New Look очень похож. Это все примерно одно и то же. И также Next. Тоже примерно похожий ассортимент. Такое вот он-то огромное. 15 фунтов. Красивая, но огромная. Такое платье 35 фунтов. Такие симпатичные платья. Вот они как раз тройнят по 15 фунтов. Ну, просто нам такое не нужно сегодня. Ну, вообще интересно посмотреть, выбрать какие-то интересные вещи, а потом может какой-то день уже приехать даже купить. Вот такая кофточка 15, очень хорошая ткань, такая прям приятная, нежная и будет практичная для многого. Вообще классные, практичные вещи, я очень люблю эти магазины. Еще один магазин, Island, подороже магазин, вот такой топик 26 фунтов, такой 37. Здесь поярче ткани тоже, ну тоже много светлого. Так, да, здесь подороже, вот такой костюм, 7, вернее, не костюм, а пиджак 70, вот 25 фунтов. Такая кофточка стоит вот 40 фунтов, она с натуральной ткани, да, цены здесь повыше, но тоже вот можно себе что-то выбрать, то, что в других местах не продает, поэтому нормально. Вот такие платьица здесь, какие тут цены на них, такой 29 фунтов. Такое 45 фунтов. Сейчас мы зашли в Моррисонс. Это тоже хороший английский супермаркет. Цены здесь считаются повыше, чем, например, в Lidl или в Tesco. Ну, не знаю.
Может быть, здесь так же, как и в Теско приблизительно. Мы зашли в Моррисонс кафе, мы проголодались. Я взяла себе капучино с маленьким кексом. Лиза взяла Перси с Виктория Кейк. Ну, вообще, вот, ассортимент как для такой вот столовой настолько крошечный. Я бы, например, себе взяла кусочек мяса с салатом или еще что-то. Там, например, фиш-н-чипс я даже хотела взять. Но у них, они сказали, рыба закончилась. Ну, то есть выбор очень маленький. В Украине мы более избалованные. У нас там ассортимент пирожных огромный. Там салат можно взять и блюдо какое-то. А здесь вот... всего лишь там несколько маленьких каких-то блюд, или бери, или не бери. Мне понравилась вот эта кофточка, она стоит сколько? 16 фунтов. Это вообще в моем стиле. Исследуем Primark, который считается дешевым супермаркетом. Все такие штанишки, они 16 фунтов здесь стоят. У меня такие уже есть, и не одни. Такие тоже по 16, а даже по 9, это уже со скидкой. А нет, это без скидки, это размер 16. Угу. У меня вообще размер 12. Так, сколько такое? 14 фунтов, но мне этот стиль, как бы, фасон не очень. Такая 15 фунтов блузка, блузка-туника. Туники симпатичные, по 8 фунтов, но здесь маленькие размеры. Вообще такие приятные. Вот здесь симпатичная одежда для дома. Вот такая кофточка 12 фунтов, а штаны под нее тоже 12 фунтов. Сейчас на минутку забежим в Нью-Йорк. $27, очень симпатично, наверное, слишком яркая. Здесь они также продают некоторую одежду из других брендов. Например, вот это называется Априкот. И такое платье стоит $49. Это более дорогой ассортимент. Но вообще у них такое все в своем стиле. И мне кое-что нравится с их ассортиментом. Такая кофточка стоит $10. Очень приятная ткань. Но это тоже из другого бренда. Мы находимся в центре города Роттерхам. Я еще до сих пор не знаю, как по-русски произносить это название. Вообще этот город многие люди не считают красивым. Ну, не знаю, мне нормально. Сейчас еще пройдемся. Я впервые в центре Роттерхама, несмотря на то, что мы здесь живем по соседству. Вот, я была в Роттерхаме, мы были в Клифтон-парке, проезжали через город, ну так, по окраинам. Вот, а так я не ходила ни по центру, ни в других местах этого города. Вообще, я смотрю, некоторые здания такие старинные, достаточно интересные. Я думаю, везде можно найти что-то хорошее для себя. It's market, right? Yeah. Okay. Now, сейчас мы идем на местный рынок. Обожаю рынки. Вообще, куда мы не ездим, везде стараемся в таких местах побывать. Угу. Ух ты, я даже увидела боа. Я ни разу еще боа в Великобритании не видела в продаже. Мне нравится, когда все украшено какими-то флагами, ну, как вот британскими или там украинскими, еще цветными флажочками, тогда если украшено все красиво. Полезно вот такие места знать, может, когда-нибудь что-то именно отсюда понадобится, почему бы и нет. Везде разный ассортимент. Вот, например, здесь ребята из Индии продают, то есть, возможно, они со своей страны что-то привозят, и, может, для меня это что-то интересное и полезное будет. Здесь в Роттерхаме рынок небольшой, но в Великобритании все рынки, на которых я побывала, мне показались маленькими. Обожаю вот эти английские морепродукты. Вообще здорово. Я краба купила за 5,50 фунтов. Мне он очень нравится. И английский краб, он отличается вкусом от других крабов. Да.
Мы здесь часто ездим, если едем на побережье, мы покупаем вот такой краб или лобстер. Это все свежевыловлено. И здесь на рынках тоже это можно купить вот в этом месте. Очень здорово. Тем более морепродукты рекомендуются. Чем он отличается? То, что здесь вот, вот это мясо, а вот это оно как паштет. То есть вот такой вот разный вкус имеет вот это мясо и вот этот паштет. На самом деле это не паштет, а такого сорта крабы здесь. Закуски – это разные виды ветчин. Это дорогие ветчины. Потом идут пирожки такие, они тоже очень вкусные. Тут примерно больше фунта все, около 2 фунтов. Такие пирожки, пирожные. В таких киосках здесь продают жареные свинины. Она очень-очень вкусная. Это одно из тех блюд, которые мне нравятся в Англии. И оно стоит где-то около 4-5 фунтов один сэндвич. Очень вкусно. Это типа как буженина, но только она более сочная. Астрахан достаточно такой красивый городок. Я, честно говоря, даже не ожидала. Мне вот приятно здесь пройтись и посмотреть на вот эти старинные здания. Вот этот собор, здесь они его называют Розерхам Минста. Абсолютно такой замечательный, просто очень впечатляющий. Это замок в Розерхаме, и Лиззи мне сказала, что здесь держали королеву Мэри, да? Мэри, шотландскую королеву, держали здесь перед казнью, перед тем, как ее обезглавили. Вот это тоже старинное здание. Вот из this building, this one, because I don't remember when we passed, I don't remember. Это паб. А, сейчас это паб, тоже старинное красивое здание. Это получается как замок, как для меня он очень маленький, но это скорее всего какая-то из частей замка. Вообще исторические места так вот интересно.